Так, ну что, всем привет, вы на канале Crypto Commons, и пока биткоин у нас продолжает с вами шалтай-болтай, подъехало много всего интересного, друзья. Угарный видос от Ivan on Tech, интересная аналитика от Sunny Decree, уникальная фишка, как можно бесплатно наминтить токены и много всего другого, поэтому обязательно оставайтесь до конца, ставьте лайк, если вам интересно, и проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Мы начинаем, погнали. Подъехали смешные видосики. С этой индустрией я просто угораю, с ума сойти. Я ни разу в жизни так не ржал. Просто посмотрите на это. Я сейчас вам включу видео с Кристин Лагард, где она на полных щах рассказывает нам, как мы имеем контроль над деньгами. Но только очень необычно, так как нам нужно выбрать цвет этих денег. Зацените. Это моя подпись. Зацените, какая радостная музыка. Посмотрите, это же счастье. Мы должны определить будущее наших денег. Только послушайте. Это моя подпись. Но это ваши деньги, и вам следует сказать о том, как будет выглядеть банкнота. Чуваки, так вот что мы с вами можем решить. Мы можем определить дизайн. Она буквально говорит, это моя подпись, но это ваши деньги, а не ваши. Вы босс, вы решаете. Просто капец. Мы выбрали несколько вариантов, а вы поучаствуете в нашем опросе. Так что сможете сказать, что вам нравится, а что не нравится. О дизайнах, которые мы подготовили. Спасибо. Я не знаю, почему мне так смешно, но в итоге вы должны выбрать дизайн, а затем они разведут инфляцию и украдут ваши деньги через дизайн, который вы выбрали. Вы только послушайте, что она говорит. Их маркетолога уволить нужно, потому что все, что она говорит, это капец. Какого черта вы должны выбрать дизайн? При этом нам не нужно почему-то выбрать процентную, скажем, ставку, куда пойдут свеженапечатанные деньги. Может, это ее друзья из крупных корпораций, которые получат их первыми через дешевые займы. Нет, в этом нам участвовать не надо. Но, друзья... Это наши деньги, это наши деньги. Но нам нужно решить вопрос дизайна. Чуваки, я тащусь. Это моя подпись. Но это ваши деньги, и вам следует сказать о том, как будет выглядеть банкнота. Мы выбрали несколько вариантов, а вы поучаствуете в нашем опросе. Так что сможете сказать, что вам нравится, а что не нравится. О дизайнах, которые мы подготовили. Это просто фантастика. Спасибо. Ребята. Нам нужно выбрать цвет. Но знаете что? Это лучше, чем ничего. То есть нам нужно выбрать хотя бы хоть что-то. Просто фантастика. Бурные аплодисменты Кристин Лагард за то, что позволила нам выбрать цвет. Да, ну и вот, друзья, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. А тем временем, пока они дурят голову возможностью выбора цвета бумажек, смотрите, что происходит с этими самыми бумажками. Акции Nvidia переписывают all-time high и, походу, не собираются разворачиваться, кстати. Что говорит о том, что бумажки дешевеют, ребята. Бумажки дешевеют. Посмотрите вообще, что происходит с Nvidia. Она как бы вот тут вот еще засадила всех в шорты, как мы видим по графику. Здесь очень многие подумали так. Ну вот смотрите, как работает рынок, да, психология. Типа, окей, мы сильно упали, и мы очень сильно отскочили. Здесь все, наверное, кто торгует Nvidia, накинули FIBO, вот так вот посмотрели. О, ну все, мы вернулись на 0.61.8, максимум 78.6, золотой карман. И будет коррекция. И посмотрите, что с ними стало. Если они не ставили стопы, ребята, то их уже точно ликвиднуло. Но это, вы скажете, это не важно, это фондовый рынок вообще. Причем тут это, где крипта? Так вот именно, что где крипта, посмотрите. Если это биткоин в сравнении, да, то all-time high 69, то вот он, ваш новый all-time high. И биткоин обязательно когда-нибудь это сделает, надо это понимать. И биткоин, кстати говоря, не так уж и плохо идет, если уж на то пошло. Посмотрите, как мы отбиваемся от вот этой трендовой поддержки. И неплохо стоим на уровне сопротивления в районе 31 тысячи. Посмотрите, с которым мы сражаемся. Все еще прямо сейчас в этом канале 29-31. Биткоин флетит. И пока это происходит, мы можем с вами посмотреть интересную аналитику от Sunny Decree. Первое, на что он обратил внимание... Это корреляция цены биткоина и акций MicroStrategy. Это на самом деле интересно с точки зрения входа институциональных денег в рынок, в крипторынок. Ну, тех, кто не хочет заморачиваться с кошельками, с сид-фразами, а кто хочет просто купить акции, чтобы они были максимально привязаны к биткоину. Давайте посмотрим, что говорит Сани. MicroStrategy сделала свою первую покупку биткоина 11 августа 2020 года.
Если мы с вами посмотрим на цену биткоина и сравним ее движение с ценой на акции MicroStrategy, кстати, здесь свечи — это цена биткоина, а фиолетовая линия — это цена на акции MicroStrategy. И до того, как они начали накапливать биткоин, корреляции между ними совершенно никакой не было. Но если мы с вами посмотрим на ситуацию после октября 2020-го, то увидим, что теперь эти графики практически идеально друг на друга накладываются. То есть мы видим абсолютно ясную корреляцию после того, как MicroStrategy начала массированно закупать биткоины. А это значит, что если вы инвестируете в MicroStrategy, то по сути вы инвестируете в биткоин. Когда MicroStrategy не была связана никак с биткоином, ее акции торговались обычно. Но сейчас, после того, как они закупили огромные объемы биткоина, инвесторы поняли, окей, теперь это легальный способ инвестирования в биткоин, чтобы завязаться с биткоином, без всех этих сложных вещей, связанных с аппаратными кошельками или дел с непонятными биржами. Я просто захожу на биржу NASDAQ, покупаю акции MicroStrategy, бум, у меня есть завязка с биткоином. Вот такие дела, друзья. А пока все это происходит, я вам спешу сообщить, что на нашей любимой бирже Femex происходит премайнинг XPT токена. Это их, собственно, биржевой токен, который сейчас запускается, и каждый желающий может намайнить себе абсолютно бесплатно эти токены. Что для этого нужно? Перейти, конечно же, на Femex по ссылке из описания, зарегистрироваться, если у вас там еще нет аккаунта, и просто торговать на деривативах ACA фьючерсах. Что это значит? Смотрите, вот я открыл буквально одну сделку, и мой оборот составил 30 тысяч USD. С ума сойти. Соответственно, я намайнил уже 31 этот XPT токен. Поэтому, ребята, все, что вам нужно, это здесь нажать на кнопочку «Участвовать» и торговать, как вы обычно торгуете, и майнить бесплатно те токены, которые потом можно будет продать, когда они выйдут на биржу. Так что имейте это в виду, ребята, ссылка на Femex в описании. И также напоминаю, что здесь в кросс-марджине нулевая комиссия за одалживание любой крипты. Все еще эта акция продолжается. Я набираю здесь портфель альткоинов к Тезеру и к BNB. Но эти торги, к сожалению, не идут в учет минтинга токена, так что если вы хотите майнить этот XPT токен, то вам нужно именно торговать на фьючерсах. Это сказано, идем дальше. Последние 4 года свободный объем биткоинов, оборачиваемых на биржах, постоянно сокращается. И логично предположить, что если это продолжится, то в какой-то момент новым покупателям будет не хватать монет. Давайте послушаем, что говорит сам Саня на этот счет, а потом вернемся. В любом случае, что все-таки в такой ситуации произойдет? Окей, спросите сами себя. Что вы будете делать, если цена биткоина поднимется с 30 тысяч долларов, например, до 150 тысяч долларов завтра? Все ли свои имеющиеся биткоины вы оставите на балансе вашего кошелька? Или же вы какую-то часть своих биткоинов все-таки отправите на биржу? Что ж, ребята, вы знаете, как это работает. Если действительно большие прибыли будут лежать свободно на столе, то кто-то определенно их заберет. Конечно же, я могу говорить только за себя, но если цена биткоина преодолеет 100 тысяч долларов, то определенно я начну медленно, но верно разгружать свой портфель, переводя биток с аппаратного кошелька на баланс биржи. Так что, несмотря на то, что мы с вами наблюдаем последовательное сокращение объемов биткоина на биржах, это не значит, что мы определенно с вами увидим сквиз вверх. На самом деле, совершенно наоборот. Потому что чем выше цена одного биткоина в долларах, тем выше будет стимул держателей биткоина, которые не держат эти монеты на биржах, на самом деле начать перемещать свои биткоины с аппаратных кошельков на балансы бирж, так как в какой-то момент они решат их продать. А если кто-то из вас скажет, что «нет, я буду хранить свои биткоины бесконечно», что ж, это не совсем грамотный подход. Честно говоря, если цена биткоина завтра вырастет до 500 тысяч долларов, то вы определенно, по крайней мере, какую-то часть своих биткоинов продадите. Ну вот такие пирожки, друзья. Кстати, ставьте лайк обязательно, если вы зацениваете переводы зарубежной аналитики у нас на канале. И проверьте, подписаны ли вы к нам в Telegram, где происходит очень много интересной движухи. Помимо видосов, как вы можете видеть, у нас тут проходят конкурсы, интересная аналитика, переводы новостей всяких важных и так далее. Поэтому обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш Telegram. Но будьте начеку, много скамеров, подписывайтесь только по ссылке из описания. Итак, что же думаю лично я, друзья, в конце всего этого? Хочу вам сказать, что все на самом деле будет хорошо с крипторынком, но надо не забывать, что на носу халвинг,
И мы можем довольно-таки долго и мучительно выходить из этого медвежьего рынка. То есть, посмотрите, у нас уже есть как бы некое подтверждение, да, у нас есть слом тренда здесь, посмотрите, мы пробили сопротивление, сначала нисходящее, потом горизонтальное, и вот мы идем наверх, у нас уже есть линия поддержки. Ну, просто я вам напоминаю, что в любой момент в таких в ранних фазах бычьего рынка особенно, мы можем увидеть пробитие этой трендовой. Да, мы можем сейчас, безусловно, сходить выше куда-нибудь тысяч на 36, на 40, что выглядит более вероятно и логично. Но потом мы можем легко упасть и под эту трендовую. Поэтому не забывайте об этом и накапливайте позицию с умом. Посмотрите видео Боба Лукаса, если вы не видели, кстати, он всегда четко накапливает свои позиции. Вот, не жадничайте с большими плечами. Накапливайте альткоины обязательно, если уж вы в них верите и ждете альтсезон, то когда, если не сейчас, посмотрите, как разворачивается альтсезон индекс. Обратите внимание, что кроме биткоин-трэша из первого полтинника еще толком ничего не стреляло. Так что вот он, ребята, наш с вами звездный час. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Это был Гриня, канал Crypto Commons. Всем профитролей, ставьте лайки, стопы, тейки. И до следующих видосов. Пока.